проходите. Поздравить ветерана с Днем Победы – это не только дань традиции, это наша обязанность. Выпало достаточно много испытаний, всевозможных. Но, тем не менее, вы сегодня сохранили себе бодрость духа, здравость ума. Поэтому я вас поздравляю и желаю всего хорошего. Накануне праздника глава Архангельского городского округа Вячеслав Квон побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Балакина Андрея Ивановича. Праздника, Днем Великой Победы. Всего вам самого хорошего. Большое спасибо вам. Мы желаем всего самого хорошего. Самое главное – здоровье. Огромное спасибо детям, что сохранили вас, ухаживают за вами, присматривают за вами. Днем Победы, ветераны, поздравляем от души. И за смелость вашу, храбрость мы спасибо говорим. Вам желаем мы здоровья, мира, счастья, ясных дней. Вы окутаны любовью внуков, правнуков, детей. Мы желаем, чтобы люди охраняли, берегли мир, который наши деды своим внукам принесли. Спасибо за победу. Спасибо вам. Это вот они, дети, сделали своими руками. Вот любовь, точка. Ну, большое спасибо вам, дети, дети. Андрей Иванович Балакин был призван на фронт в 1944 году и прослужил до 1951, а после войны работал на предприятии «Владивосток Авиа», откуда и ушел на пенсию. Орден славы третьей степени – это на работе труда, за победу Германии, Японии. Отслужил, отработал честно, добросовестно. 40 лет отдал операцию. Да. В одном месте. До свидания. Желать вам всего хорошего. Спасибо. С большим праздником всех. Спасибо. Большое спасибо вам, что пришли, поздравили. Как говорится, у меня настроение поднято.